Председатель государственного общественного объединения «Белая Русь» Олег Романов на неделе объявил, что создает политическую партию. А все по той причине, что девочка, простите, общество, созрело. Во-первых, это возросшая зрелость гражданского общества нашей страны. Люди почувствовали необходимость активного участия в политической жизни. Они на своем опыте поняли истину известного высказывания о том, что если ты не занимаешься политикой, то тогда политика займется тобой. И наши люди хотят сами творить свое будущее, будущее своей страны, своих детей. По его словам, партия не будет принимать какую-то классическую идеологию. Либерализм, консерватизм, социал-демократию, а примет идеологию белорусской государственности, выраженную в Конституции. И целом ряде идейных смыслов и посылов. В общем, далеко ходить не надо. Я даже лозунг придумал. Жизнь за царя и точка.